Друзья, всем привет! Сегодня у меня уже 9-й день вместе с Акваглоу. Мой щедренный смин продолжается. Сегодня я напоминаю, Акваглоу это напиточек с керамидами, с брусникой и такой вот розовый напиток, который помогает удерживать влагу в нашем организме. То есть, если даже вы делаете, не выпиваете столько влаги, сколько нужно за день воды, да, то с помощью этого напитка влага задерживается в вашем организме. И если наполнен организм водой, влагой, да, тогда, естественно, это и для кожи намного лучше, и, конечно, полностью и для нашего здоровья. Я тестирую дальше. Если вам интересно, задавайте какие-то вопросы. И, конечно же, можно посмотреть подробнее именно по хэштегу «Щеденных змин» в Инстаграме отзывы других людей. Вкусно. Полезно. Быстро раскрыть отравление. Всегда с собой. Удобное саше. Вот так вот. Мой 9-й день с Акваглоу.